Всем привет! С вами любимая компания «Электромотор». У нас очень часто спрашивают мотоблоки «Нева». Мы раньше их продавали, но вот уже года 3-4 они не завозятся в Украину, комплектующих частей нет. Я бы сказала, не звоните к нам по этому поводу. Вот. Но если вы хотите приобрести мотоблок «Нева», у нас есть много других мотоблоков. Советуем вам обратить внимание на «Вейму». Кто там рассчитывает поменьше бюджет, то можете обратить внимание на Форта Кентавр. Вот там дальше стоят похожие мотоблоки с воздушным охлаждением. А что с него? Чего нету? Россия, наш любезный друг. Сейчас пойдут куча ботов, комментариев, бандеровцы и так далее. Не хочу я комментировать, не завозятся, потому что российский продукт. Вот и все. Комплектующих найти, в принципе, сейчас очень сложно на них. Поэтому это привезли на ремонт ребятам нашим. Вот, они постараются его, конечно, починить своими силами. Но если вы хотите новый мотоблок и видели там у соседа Неву, то приезжайте к нам, подберем вам какой-то другой аналог, достойный и хороший по цене. Вот вы можете видеть Форте мотоблоки. Также можете следить за нашими обзорами. У нас есть и Вейма, и Кентавры, тоже хорошего качества, достойного мотоблоки. И культиваторы. Все, в принципе, подберем по вашему бюджету, на любой карман мотоблок, культиватор. Поэтому 5-3-0-3-8, обращайтесь, будем рады вашим звоночкам.